Привет всем, с вами Грандер, и сегодня я вам расскажу, как же поиграть в пиратскую Дейзи мод, на лаунчере Фабис, можно так сказать. Первое, что вам нужно сделать, это перейти вот на этот сайт myfabis.ru, gamesmyfabis.ru, ссылку в описании дам, и скачать последнюю версию лаунчера их. Дальше, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на этом сайте. Вверху будет регистрация. Регистрируйтесь, это чтобы войти в Фабис лаунчер. Дальше, что вам нужно сделать, это скачать от Arma 2 Dayz Mod все то, что нужно. Это Arma 2, Arma 2 UA, там Dayz Mod, всякие моды разные. Tavian, Anomalisk, Pantera, тут все, в принципе, написано. Сразу качается Fabis Launcher, можно отсюда, в принципе, все скачать сразу. Качается это через Torrent, через AirGhost, а вот эту я уже не знаю, что это такое. Следующее, что вам нужно сделать, это установить Arma 2 и Arma 2 UA. Как установить, у меня написано в прошлом гайде, я тоже ссылочку в описании вам дам. Там все нужно сделать, кроме того, как обновить в стиме Arma 2 UA и Arma 2 UA Beta. Следующее, что вам нужно сделать, это после того, как вы установили все, запустить Fabis Launcher. После того, как вы его запустили, тут будет написано типа логин и пароль, вы заходите. Все данные от зарегистрированного пользователя на сайте Фабиса нужно вводить туда. Все, дальше что вы должны сделать, это выбрать мод. То есть, например, выбираем мод Dayzi, вам хочется поиграть, или эпоха, или все такое. Тут написаны сервера сервера Фабиса. То есть вы можете подключиться к 12 серверу эпох, или 14 серверу NAP, или 15 серверу NAP, или другой сервер. Например, нажимаете другой сервер, вводите адрес, порт и пароль, если есть от этого сервера. Имя персонажа тут, все, вы, думаю, разберетесь с этим. Следующее, что нам нужно сделать, это перейти на сайт tangle.net. Нужно обязательно скачивать эту программу, как обязательно, чтобы найти Dayzi сервера. Вы скачиваете программу, также регистрируетесь на этом сайте. После регистрации и после установки Tangle вы заходите в Tangle, тут будет username и password. Вводите свой username и password. Сейчас я войду. Connecting to Tangle. Все, как вы видите, я зашел на свой аккаунт. Дальше, что вы должны сделать, это... Так, сейчас. Вот тут поиск сети. Написать Dayzi. Так. Написать Dayzi. И нажать Enter. Дальше, например, вы хотите Dayzi мод. Нажимаете два раза. И все, вы подключились к этому серверу. Следующее, что вам нужно сделать, это выбрать мод. Например, без мода или Dayzi мод, на который вы подключились. И нажать запуск игры. В принципе, это все, что я вам хотел рассказать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Грендер. Если у меня будут какие-то ошибки, я их сам найду только что, потому что я не очень сильно готовился к этому видео. Я все напишу на выносках. В принципе, все. Всем спасибо. С вами был Грендер. Удачи. Yeah.